Привет, мои дорогие друзья! Очень давно хотела снять и приготовить торт с Жиодой. Наконец, у меня выпала такая возможность. У моей племяшки Юлечки день рождения. Этот торт для нее. Жиода изготовлена из сахарных кристаллов. Мармеладные кристаллы также использованы в торте. И японский заварной бисквит. На мой взгляд, торт получился очень эффектным, красивым. Вы можете в этом убедиться. Да, я чуть не забыла, пищевое золото тоже здесь немножко сыграло свою роль и украсило этот замечательный торт. Последний завершающий штрих – это пищевое золото.